Если мы говорим про вот этот вот такой потребляемый контент, то легкий, вот, то мозгу-то он приятней, потому что если, например, даже книжку почитать, это уже надо напрячься. Если над каким-то проектом поработать, это тоже надо сосредоточиться и так далее. Тоже интеллектуальная деятельность. Но это интеллектуальная деятельность, которую надо как бы приготовить, а когда вы потребляете контент, созданный для вас другими людьми, в рамках вот цифрового нашего этого мира, в виде постов, в виде всех этих фотографий, смешных видосиков там и так далее, он как бы как попкорн, понимаете, он уже весь переделан, или как Биг Мак, понимаете, там все как бы жирное, калорийное там и так далее. Жри и страдай цифровым информационным ожирением, да?